Максута Джамшит Абасадзаде – братья из Азербайджана. В 2016 году, находясь в Ульяновске, им пришла в голову идея, как заработать миллионы, не прилагая для этого много сил и времени. И у Абасадзаде это почти получилось. Братья создали организованную преступную группировку из 6 человек. Члены этой ОПГ приобретали дорогие иномарки, оформляли на автомобиле страховки, после чего инсценировали ДТП, чтобы получить от страховых компаний серьезные денежные выплаты. Все бы ничего, но способ, который выбрали мошенники, оказался не только незаконным, но и уголовно наказуемым. В 2018 году сотрудникам правоохранительных органов стало известно о существовании организованной преступной группы, которую создали братья Абасадзаде. При производстве по делу было доказано совершение 19 преступлений в период с 2016 по 2019 годы и установлены представители потерпевших, это различные страховые организации. В целом преступной группе удалось присвоить свыше 6,5 миллионов рублей. Однако существование, уже тем более свою причастность к данным преступлениям, мошенники отрицали до последнего. Прокуратуре же удалось доказать обратное. Братья Абасадзаде были осуждены к значительным мерам наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет 3 месяца и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А другие члены группы, в зависимости от ролей, которые выполняли, получили наказание от обязательных работ до также лишения свободы до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Из 6 осужденных с приговором суда не согласились только братья. Максут и Джамшит отправились в колонию отбывать свои сроки наказания, а их адвокаты тем временем подали апелляции. Решение о пересмотре дела было направлено в Самару. В этом году 6-й кассационный суд Самары поставил по данному делу точку, приняв решение оставить в силе обвинительный приговор. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.